Здравствуйте, все птицеловы. Салам алейкум. Небольшое опять рекламное видео. Хотелось бы поделиться моими впечатлениями работы с озоном. Ну, что я хочу сказать? Ну, блядская конторка. Вот все эти маркетплейсы, это не русские люди выдумали. Это, ну, можете спросить, в принципе, у любого, вон, таксиста, к примеру, кто с Яндексом работал. Это кабала. Вот все вот это, я тоже думал, что Озон это такая, кругом она, кругом, то есть практически в любом Мухосранске, в любом колхозе, там несколько точек всегда, то есть очень большая сеть распространенная, цены такие низкие. Только вот никогда не задавался вопросом, и вы наверняка не задавались, почему цены-то такие низкие. Так вот я вам объясню. То есть, если брать с другими транспортными компаниями, истребинка поет, если брать с другими транспортными компаниями, там цены вот за доставку намного больше. Плюс очень много штрафных санкций, об этом я чуть попозже. А вот эта дешевизна, она добивается за счет того, что просто не спрося хозяина товара, этот маркетплейс, он просто делает акции. То есть сбавляет вдвое, втрое, в пять раз цену. Если по-русски сказать, ебашки проловил, я вот один раз проловил. Я лежал как раз с сердцем. У меня отправляли тут молодежь моя. И полтонны у меня ушло. И, значит, дешевле, чем я закупал зерно, вот эта смесь, то есть вот и кто сейчас ждет моего корма дешевки от Озона, в Озоне, да, сразу же говорю, даже не надейтесь больше. Я сейчас постоянно мониторю, потому что эти мошенники в любую минуту могут опять раз цены опустить сами, меня не спросив, и все, и успеваю отправлять. Вот. Полтонны я отправил, за меня отправили. Я не до такой степени богатый человек, чтобы покупать за рубль, замешивать эту смесь, таскать эти тоннаж этот мешками и потом за 50 копеек отдавать. Вот такого больше не будет. Поэтому еще раз говорю, кто ждет на Озоне мою дешевку, то есть мой товар по дешевке, больше не дождетесь. Поэтому как бы я советую как бы брать по-старому, то настоящее птицелово, брать по-старому, как раньше брали, когда я отправляю транспортными компаниями. Что еще про этот Озон хочу сказать? Допустим, вот они часто сами еще к тому же не довозят, то есть возвращают, взяли с человека деньги, а потом вернули. А сами просто не могут довезти, а для чего тогда деньги брать? А у меня я туда старый бегаю, каждое утро сдаю, потом только обратно забираю. А если, допустим, был тут недавно случай, какой-то гондон, причем это местный гондон наш, я мог бы, конечно, узнать, у нас маленький город, ну что предъявишь, встань старые времена, в жопу не напинаешь. Вот. Какой-то гондон купил 10 килограмм, ему лень заехать у меня за 1500 купить эти 10 килограмм. Он купил за 3 с Озона, да, чтобы там 1,5 километра разница, где я сдаю и где он берет. Да? А потом отказался. И этот Озон мне тут же выставил 1260 рублей штрафных санкций счет. Что, то есть он же свозил, он же сделал работу Озон. Он 1,5 километра провез туда, 1,5 километра мне отдал обратно. Я угорел на 1260 рублей. Я не настолько богат. Поэтому я, конечно, буду продолжать Озон отправлять. Потому что, ну, есть у людей, вот я уже столкнулся с этим, что людям я просто не могу послать ничем. У них просто ничего нет. То есть, СДЭК и Озон, больше ничего нет. Никаких там компаний, которыми я посылаю, там, ни Китай, ни Энергии. Но я сам живу в Мухосранске, тут очень многих компаний нету, которые хотелось бы иметь. Вот. Поэтому я буду продолжать Озон. Но я не в восторге от работы, потому что рабом я быть не хочу. Не хочу быть рабом, которого постоянно обманывают.
Вот. Я буду продолжать, но дешевки я еще раз повторяю, не ждите. Что нафасовано? А, ну часто очень спрашивают, когда будет свежий урожай. Еще лето не началось, уже спрашивают свежий урожай. Раньше октября, не поменяется ни у кого, причем не только у меня, а ни у кого не поменяется ассортимент. То есть раньше октября свежего зерна вы никто не увидите. Поэтому, ну, до октября-то еще надо птице жить-ка на чем-то. Поэтому предлагаю покупать. Хранение у меня прекрасное, я в доме храню, я сплю между этих мешков. Цеха-то нет еще. Так вот, малые фасовки у меня есть, 3-литровые ведра, я уже неоднократно показывал, снова показываю. Нафасовано много чего, я под видео оставлю цены и оставлю ассортимент, что нафасовано. Много нафасовано всего, единственное, что не осталось, это ореха, орех последний уже забрали. Вот, значит, и что я еще предлагаю? Вот тот же озон, многие берут, да, вот там по две, по три птички. Вот у меня 5-килограммовые такие, я стал посылать озоном, 5-килограммовые такие вот пакеты. Значит, вот предлагаю, вот такой коробкой китом, допустим, если отправлять, то легко входит этот пакет. 5-килограммовый, и допустим сюда еще можно положить еще сети, допустим, ну, это будет очень выгодно, потому что почтой, допустим, если сети брать, это 400-500 рублей надо, сейчас почта очень подорожала, а здесь заодно, и в любой город страны такая коробка будет стоить, доставка 400 рублей, то есть взяли чего-то, там посмотрели у меня ассортимент по озону. У меня там еще есть сюмиза, пайза, магар, потом разнотравье 5-килограммовое, отсев, еще что-то. То есть, пожалуйста, взяли сетки, допустим, еще взяли. И сюда же влезет две вот таких вот банки. Вот таких вот банки, и тоже сети, к примеру, влезут. И все это будет стоить 400 килограмм. Абсолютно недорого доставка. Это не озоновская доставка, которая действительно очень дорогая, и за счет меня там пытаются эти... жулики, короче говоря, хорошо жить. За счет таких, как я. Ну, в рабство никто не хочет, я еще раз говорю. Так, есть вот такие вот коробки. Здесь это можно, вот 10-килограммовая. 10 килограмм. Такая коробка обойдется 500 рублей доставка в любой город страны. И вот получается, что 10 килограмм смеси 1500 рублей и плюс доставка 2000 рублей в любой город страны, пожалуйста. То есть очень удобно. Сюда же тоже можно сетки напихать или еще что-то. То есть до 12 килограмм такая коробка 500 рублей в любой город страны. Есть еще маленькие коробочки. Ну это 300 рублей такая коробочка, но это только вот одна баночка влазит сюда. То есть вот это по киту. Еще я отправляю энергией. Поэтому я еще раз говорю, сейчас вот кому, ну, не надо много. Надо 5 килограмм. Заказывайте, я отправлю 5 килограмм. Раньше я меньше 10 килограмм не отправлял. Ну, сейчас уже кому-то просто надо добрать, чтобы до свежего урожая хватило. Потом кому-то надо там 2-3 птички, ну не надо просто много. Пожалуйста, 5 килограмм отправляю. Пишите под видео, я оставлю телефон. WhatsApp, Viber, Telegram, пишите заявки и все это я отправлю. Ну все на этом. Ах да, по сетям. Я взял, как и обещал, я взял миллион кредит. Под 32% в Тинькове. Гадская конторка поганая. Ну куда деваться, без кредитов сейчас никак. Ну, самый наглый банк, я считаю. Самый наглый и отвратительный банк — это Тинькофф. Вот ему реклама моя. Взял, значит, да, миллион. Сейчас я буду заказывать, есть определенные сложности, чтобы это не как у барыг. Взял с Алиэкспресса на 50 тысяч, там, на 30, там, 10 штук. И в два раза перепродал, в два раза дороже.
Нет, на заводе. Значит, завод только долго мы мылились с китайцем, с хозяином. Ну, завод, значит, 2,5 месяца он мне положил только на изготовление. 96 позиций я заказал. 96 позиций. Из них позиции, которые у меня уже были, закончились. И какие-то новые позиции будут. Сейчас есть сложность перевести это все в юани, но я думаю, что на днях я это все сделаю. В юани ему перегнать. И потом где-то, как кибрю, месяцу, это все, то есть 2,5 месяца, июнь-июль, середина августа, потом середина августа и сентябрь, это растаможка и доставка. И где-то, я думаю, к началу октября, к концу сентября эти сети у меня появятся. И в этом году, ну посмотрим, в общем, что будет в этом году, загадывать не будем. Главное здоровье, а то если помру, у меня баба с ума сойдет такие кредиты платить. То есть как-то так. Ну все на этом, все, что хотел, сказал. Покупайте товар, мне сейчас необходимы просто деньги, необходимы. Вот посмотрели, не надо на потом оставлять. Вот хотите как-то помочь, хоть 5 килограмм закажите. Потому что, ну, кредиты надо платить. А те же сети, они придут только через 4 месяца. Ну и цех я строю. В общем, как-то так. А Озон — это отвратительные жулики. Да сейчас их много, жуликов, видите сами. В общем, как-то так. Ну пока, до новых незабываемых встреч, друзья. Будем птиц ловить, если все нормально будет. С осени начну снимать, буду гонять. А когда куплю машину, я уже говорил, я буду ездить. Я столько лет мечтал просто пожить для себя. Просто пожить для себя, половить птиц, поездить куда-то на Байкал, там, на Дальний Восток, неважно, в Казахстан. Половить птиц, которых не ловил. Недавно тут мне написал один козырный: ты снимай где-то в другом месте, а то птицы глушат, непонятно, что ты говоришь. Я ему написал: тебя никто не заставляет, ты не смотри. Так все, ах, вот у тебя какое отношение к подписчикам. Да мне насрать, вообще насрать. Вот это все, вот это ради вот этого, ради птиц. Ну и места у меня другого нет просто. Где это еще? Может, студию снимать для тебя? Больные люди. Да все мы, в принципе, больные люди. Ну все, пока-пока.